вас, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Закохані у свою справу. Саме про таких людей піде мова в нашій сьогоднішній програмі. Нам вот как-то по жизни повезло. Мы у таких педагогов учились, что просто верю, что не могло не случиться вот то, что случилось с Сашей. Он стал великолепным балетмейстером. Монголы приедут к нам. Вот так потом и получилось, что у нас монгольские группы стали приезжать к нам учиться. Те люди, которые имеют данные, они не получаются. То есть они не любят это. Им лень трудиться. Это вторая позиция, которую он любил. Стоять! Світ танцю. Таємничий і чарівний. Він приваблює і заворожує. Сьогодні, друзі, ми з вами в гостях у магістра хореографії Світлани Леоненко. Нещодавно пішов з життя великий майстер танцю Олександр Леоненко. Життя людини подібно зіркам. Одні сяють дуже ярко, інші трішечки мерехтять, а інші, навіть коли зірка вже згасла, продовжують надавати світло. Саме про це ми почуємо зараз з вуст близької людини Олександра Леоненка – Світлани Леоненка. Це дійсно так, тому що я думаю, що це школа Леоненка. Тому що я не случайно сказала, що Леоненська епоха. І тут вот, журналісти, да, вот, якщо писали Олександр Іванович, то говорили, що це, опять же, це Леоненська епоха. То есть называют, что это школа Леоненко. Я даже помню, как-то он, будучи еще тогда вот в Улан-Удэ, он говорил студентам, вы понимаете, говорит, вы все, говорит, меченые мною. Вот, потому что, говорит, уже будучи они сами хорошими руководителями, и вот я видела многие уже ролики, что студенты писали, я вижу в них его стиль, его движение, его вторая позиция, которую он любит. А то вот есть... вы можете сейчас показать те любимые движения, которые любил Александр Иванович? Ну, это вторая... Вы магистр-хореограф. Это вторая позиция, которую он любил. Стоять. Вот вторая. Это вторая позиция, для него это было все. Я немножко в другом плане, но он советовался со мной и поставил вот спектакль, значит, «Багато галсу даремно», и где я ему просто, как говорится, ну, помогала, так скажем. Это исторический был спектакль, и я ему помогала, то есть это 16-17 век, и, значит, мы делали с ним вот такие вот пластические решения. Вот. То есть, естественно, безусловно, он оставил след, и, понимаете, жалко, что никто из моих детей и внуков не пошли по нашим стопам, а вот племянники пошли. То есть вот племянница Хижняк, она у нас, Галя Львовская сейчас, она хореограф, пусть она с маленькими работает, но она хореограф. Сережа, который танцевал в этом театре тоже, вот, тоже был, в общем-то, пошел по стопам дяди. Светлана, мир танца, он прекрасен. Но чтобы попасть в него, что для этого нужно? Чтобы попасть, удержаться и засиять. Понимаете, тут, конечно же, ну, скажем так, данные. Это безусловно. Но данные – это, как мы говорим, маленькая-маленькая частичка. То есть это должно быть желание и труд. Если там есть желание. Да, и океан трудолюбия. И тогда будет все. Потому что, знаете, как вот зачастую бывает именно так, что те люди, которые имеют данные, они не получаются. То есть они не любят это. Им лень трудиться. А люди, которые обладают, скажем так, небольшим таким запасом, скажем, природных, но большое желание трудолюбия, они становятся прекрасными педагогами и балетмейстерами. Вот я говорю, вот этот ролик, который, в общем-то, в интернете сейчас, он везде, как бы так, на всех соцсетях, сделала наша студентка, вот Любовь Солодова. Она, нельзя сказать, что она средняя, нет. Она обладала, скажем, данными физическими, все. Но у нее настолько была любовь вот к этому виду, она настолько трудилась, что она из себя сделала человека. И в том, как сказать, вышла из студентов, дошла до проректора института танца. И доцент, заслуженный работник вот Бурятии. Понимаете, то есть поэтому и наших студентов очень много, вот, я говорю, вот такие вот уже имеют и звания, и заслуженные люди. Работают в Америке, работают в Канаде, в Германии, в Австрии. То есть я не беру Восток, потому что там Япония, Китай, там очень много наших, в Монголии очень много студентов.
Наши есть везде. Наши есть везде, да. Ваши эти, ученики, да, ученики, да, Александра Ивановича, да. Рассеяны по всему свету. По всему миру, да, да. Вот. А начиналось здесь, вот в ДК строителей у Эльноры Михайловны, это Гуголько, где Саша танцевал в народном, значит, ансамбле «Дружба». Педагог дал ему путевку в жизнь. И вот интересная есть книга, значит, это вот она ему подарила, когда он поступал в театральное училище. Это книга Вагановой, нашего мэтра, вообще человек, который основатель системы классического танца. Она ему пишет: «Любимому ученику Саше Леоненко в память об ансамбле «Танца дружба» и незабываемых днях юности». Леонора Михайловна, 27 июля 1965 года. Это он же, мы уже с ним поступили уже в театральное училище. Это он приехал, уже хвастался, что он прошел в театральное училище. То есть это вот началось так. А потом, говорю, вот пошли это годы театральное училище, годы в Москве. Вот скажите, Светлана Васильевна, Александр Иванович, он в 65-м году, да, поступили, да? Да. То есть до этого он здесь жил, в Николаеве, он ведь тоже учился? Где он учился? В какой театр? Он занимался он у Гуголько, получается, да? Это вот ДК, да? Да, это Дом культуры строителей на Сухом Фонтане. А из какой семьи он сам по себе? Значит, семья, ну, она как бы служащих и рабочих. То есть мать Клавдия Ивановна Леоненко, в молодости ее девичья Великая. Вот. Человек, который очень грамотный. Она работала старшим корректором в «Пивденной правде» и в «Южной правде». То есть она правила, как вот корректуру делала и в той газете. Отец работал, значит, Иван Сидорович, он работал на заводе ЧСЗ. Сестра, вот Людмила, значит, сейчас она Хижняк, он ее безумно любил, и вот до конца, то есть вот с ней вот был, и вот, вот сейчас, даже до последних дня, то есть он только все время с ней, он ее просто безумно обожал. Племянников своих, Галя Львовская, вот, Света, значит, Хижняк. А вот в семье Александра Ивановича Леоненко, откуда он вдруг воспылал любовью к танцу? Никого не было. Никого. Понимаете, самое интересное, что он начинал... Можно сказать, что он основатель династии, да, блестящих, да, танцоров? Можно сказать, потому что у него в семье это было столярное, скажем так, вот искусство, которое, значит, его дядя. То есть он его обучал этому мастерству. Но самое интересное, что Саша первый, где, с чем он познакомился с искусством, это кукольный театр. Опять же, слово «театр» звучит. Кукольный театр, он делал куклы. Он обожал озвучивать. Делал куклы? Да. Он их мастерил? Мастерил. И то есть он... Будучи мальчишкой? Будучи, ну там как, может быть, я не знаю там как, но он, то есть он играл это спектакли, то есть он озвучивал, и все, то есть ему это нравилось. Потом, наверное, вот как-то пришел, скажем, там уже увидев этот вот танец, то есть когда группа танцевала, значит, у Леноры Михайловны, поступил туда. И вот там он занимался. То есть родители вот... не препятствовали? Нет, да? Наоборот, приветствовали. Приветствовали, мама просто вот была рада, что он учится. Обшивала все костюмы, вот это вот венгерские, то есть она его там обшивала, мексиканские. То есть мама все делала. И мама помогала, когда он учился и в театральном училище, и когда уже мы были в Москве. И мои родители, и его родители помогали. То есть нас тянули. Ну, потому что как-то так, студенты есть студенты. А вот когда он решил поступать в театральное училище в Днепропетровск, родители, он ведь 16 лет, это совсем мальчишка, родители отпустили? Да, как получилось? Ну, наш земляк Кизельман Михаил, это наш хороший друг, он учился в Днепропетровском театральном училище. И вот он приехал зимой в 65-м году на каникулы и попал на репетицию вот к Эльноре Михайловне. И увидел этих мальчишек, их было трое. Шевляков, Саша Леоненко и Олег Котенко. Сейчас вот ныне покойный, получается, тоже. Вот они трое. И он говорит: мальчишки, поезжайте учиться. Экспериментальная группа, набор. И будут ведущие великолепные педагоги. И то есть вот это он заронил, получается, да? И ребята вот с его легкой подачи приехали туда. Родители не возражали. А вы как попали в экспериментальную группу? Вы тоже танцевали с детства? Да, я танцевала с детства. Я танцевала с 8 лет. Танцевала в Днепропетровске. У нас... Вы танцевали балет или что? Начинала с народных танцев. Народных. А, значит, получилось как? Народные танцы, я их просто обожала. А потом появилась балетная студия. И я решила попробовать себя еще и в этом жанре. В качестве балерины. Да, да, мечтала.
И когда я тоже там вот немножко позанималась, то я полюбила именно вот классику. Вы полюбили балет? Вы больше балерина? Нет, балерина, не балерина, просто как-то мне это просто ближе получается. И вот уже будучи в театральном училище, Авдеичев Николай Григорьевич, он великолепный был. Он настолько чувствовал вообще человека и хореографию, он всегда переодевался. Ходил с палочкой. И так это нас иногда ударит палочкой, по ножке, что да? Ты вынужден по спинке, да, по животу. Да. Вот. И Клоков, великолепный педагог, народный артист Украины. То есть его здесь тоже Николаеве знаю. То есть вообще, говорю, нам вот как-то по жизни повезло. Мы у таких педагогов учились, что просто, говорю, что не могло не случиться вот то, что случилось с Сашей. Он стал великолепным балетмейстером. И он очень трудоголик. И поэтому, вот, наверное, это тоже сыграло свою роль. Будучи в Бурятии, он получил соцзаказ. А как вы попали в Бурятию, Светлана? Попали мы как? Мы, значит, были на четвертом курсе. И к нам приезжал артист бурятского театра вот, национального, Вампилов, вот, Буда Николаевич. Он за нами, я вам честно скажу, он ездил 4 месяца. Он приезжал, прилетал каждую неделю. Он прилетал в Москву? В Москву. Вот я сейчас покажу здесь. Он прилетал в Москву и говорит, вы не передумали. Он постоянно говорил, что говорит, вы он же дали... Он, да, он как бы нас купил. То есть ему понравилось, что, значит, вот наше здесь вот. Угу. Вот это вот он. Он очень такой, понимаете, он хотел, чтобы была кафедра, как бы не преподавательский состав кафедры хореографии 1972-2003. Это как бы 2003 год, это когда вот было празднование 30 лет кафедры там. И вот Буда Николаевич, он, знаете, он переживал, что мы передумаем, потому что у нас были очень выгодные предложения. У нас был Новосибирск, у нас был Кемерово, у нас был Барнаул, был Тамбов, был Курск, Орел. И то есть, действительно, куда мы могли? Мы хотели вернуться в Николаев. Но так получилось, что Ревенко тогда у нас директор училища, он, значит, не простил, как бы так вот, предательство, что мы уехали не в Харьков учиться, а уехали в Москву. И получилось, что, когда я уже сюда приехала, уже вот встречались мы с ним, он говорит, я глупо поступил. Но мы уже были там в Бурятии, мы там уже, как бы, знаете, как уже вросли. Нам очень там нравилось, потому что там совершенно другая... Вот, извините, что я вас перебиваю, Светлана Васильевна. Вот интересно, вы сама из Днепропетровска. Да. Ваш муж Александр Леоненко из Николаева. Из Николаева. Волею судьбы вы оказались в Москве. Из Москвы вы попадаете в Бурятию. Бурятию. Что вас больше всего поразило, когда вы приехали? Ведь это, можно сказать, не то, что другая страна, но это другая культура. Да, другая культура. Культура. Люди. Просто, знаете, это настолько люди... широкой души, что вот иногда вот думаешь, а бывают ли такие вообще люди? И то есть вот те же буряты, и у нас большой регион, когда учились студенты, это так, Тувинская, значит, республика, Якутская, монголы, буряты, потому что это в Бурятии находилось, и русские, ну, их называли семейские, это те, которые были переселенцы из, значит, Екатерина, это были украинцы, и русские, и которые там ассимилировались и стали потом семейскими. У них даже костюмы сохранились, знаете, напоминающие где-то так в отдалении русский и украинский. Скажите, пожалуйста, Светлана Васильевна, быть женой очень яркого человека, но будучи при этом самой яркой личностью, но все-таки вы должны были немножечко уходить в тень, потому что, ну, его звезда, она... такие мощные лучи излучало, что вы поневоле чуть-чуть оставались немножечко в тени. Ну, так оно. Вот две творческие личности. Очень часто бывает, когда две творческие личности, они, ну, не могут ужиться вместе. Понимаете, я, наверное, вот пожертвовала, потому что я хотела, чтобы он звучал. Раскрыться. Да, меня приглашали в ансамбль Вирского. Но ради Саши я отказалась. То есть ради него я согласилась приехать вы сюда, в Николаев. Вы не хотели уезжать из Улан-Удэ, тоже вы приехали ради него. Да, и ради него потом приехала сюда, потому что там он стал, ну как, знаете, знаменитым, скажем там, человеком. То есть я не буду слова сказать. Его знал весь регион, от Красноярска до Владивостока. Потому что он проводил очень много семинаров, мастер-классов. Тогда еще был интересный проект «Олимпийские игры».
И вот малые Олимпийские игры, которые стадионного масштаба, и он там он выполнял вот эту свою хореографическую работу. Он там ставил великолепные балетмейстерские работы. И после этих Олимпийских игр его потом приглашали вот по всему этому региону. То есть вот знали уже, понимаете, когда, помню, значит, это мы только приехали, и нас пригласили, знаете, как тогда еще раньше было при Советском Союзе, пришел вызов, значит, молодые специалисты, муж и жена, без детей, на 2 недели во Францию. Значит, на стажировку в Париже Академию танца. Это наша была мечта. Ректор ни в какую. Он боялся, что мы уедем, и мы вернемся на Украину. И вы не поехали? То есть нам не повезло, да, он нам не разрешил, мы остались. Точно так же в Монголии, рядом. Там вообще рядом Монголия. Он говорит, монголы приедут к нам. Вот так потом и получилось, что у нас монгольские группы стали приезжать к нам учиться. И то есть мы набирали группы монгольские, якутские, тувинские, бурятские. То есть и мы готовили исполнителей для театров, музыкальные вот комедии или, там, ну, или для ансамбля танца. Вот. А сейчас уже там, конечно, в академии уже студенты Китая, Японии, Лаоса. То есть уже расширился диапазон. Но сейчас намного легче уехать за границу, а сейчас, тогда вы, конечно, да, тогда учились за железным занавесом. Сложнее было тогда, да. И просто, понимаете, да, то есть боялся... Ну, наверное, это ж... звезды все-таки ярче тогда горели. Ну, не знаю, просто вот они боялись, что мы... потерять нас. Вот, понимаете, вот все, что они нам сказали, они все выполнили. То есть мы, помню, значит, у нас родилась дочечка, и, ну, мы живем в общежитии. И я говорю, Саша, давай будем уезжать. Мы идем, пишем заявление, а нам на стол ключи кладут и ордер. Все. И мы, получается, что мы должны остаться. Через год нам опять дают ключи, мы получаем 2-комнатную квартиру. И то есть специалистами вот в то время очень дорожили. И мы были благодарны. То есть мы старались, чтобы оправдать это доверие, которое, в общем-то, понимаете... Самое интересное, вы же работали не за то, чтобы вам дали квартиру. Нет, или не нет, за то, нет, чтобы нет. вам повысили зарплату. Вы совершенно. Вы отдавали себя, потому что иначе вы не могли поступать. Конечно. Вот как Александр Иванович, он отдавал себя всего танцу и людям. Да, да. Он там просто, понимаете, я вообще, вот он настолько, он говорю, он не мог без танца. Просто не мог. Он считал, что если он что-то не сделает сегодня, он говорит, я потерял день. И все. То есть, а танцы еще рождались на природе. То есть еще, опять же, когда учились в Москве, мы сидели в Химках на берегу там, реки Москвы и наблюдали там за молодой парой. Им где-то 14-15, девчонка и мальчишки, они там бегали, с ума сходили. Потом обнимаются и целуются. И у него рождается номер. Он говорит, Свет, я назову номер «Мы». И, говорит, и была хореографическая вот эта вот постановка «Мы», где первое чувство, первая любовь. Номер значит, получил, опять же, тоже на конкурсе балетмейстеров, получил там, 2-е место. И хорошая работа была, работа вот вживую, так скажем, с композитором. Значит, Игорь Валентинович пригласил, на третьем курсе у нас задание по искусству балетмейстера была работа, значит, балетмейстера, значит, с композитором. Мы знали, что тут только избранные будут. И, конечно, мы не удивились, когда сказал Смирнов, что я доверяю это Саше Леоненко. И вот Тихонов Борис пришел, он великолепный баянист и композитор, и предложил, значит, свою композицию «Калязинская кадриль». И они с Сашей работали. Я, знаете, я когда наблюдала их процесс вот обоюдный, я вообще, это было очень интересно. У него как крылья вот, за спиной. А тот наслаждался, потому что смотрит, что великолепная хореография рождается под его музыку. Главное движение кадрили какое-то. Знаете, я так не могу сказать, это дроби. Это дроби, которые там, блин, это можно так, это считай. Любые. То есть там, это же надо музыку слушать. То есть я уже это, скажем так, не сделаю. Но, в принципе, играя, он был очень хороший баянист, он ему прямо подыгрывал. То есть, вот понимаете, и вот это вот... Единое целое, да. И номер получил 1-е место тоже в конкурсе балетмейстеров. То есть вот эта вот работа с автором, то есть... Никто это, знаете, это было, ну, за счастье так вот, чтобы тебе вот повезло поработать с композитором. Вот когда вы с ним познакомились, совсем еще детьми, вам было 15 лет, ему 16 лет, у вас сразу возникли чувства? Да. Он вам понравился? Мне он очень понравился. Я сразу, когда, да? Сразу. Я когда его увидела, мы стояли
по две стороны, так вот под стеночкой. То есть заводили 5 девочек и 5 мальчиков. И получается, что они стояли с левой стороны, мы стояли с правой. Ну, я со своими тоже, у меня была подруга Танюшка, я говорю: Тань, представляешь, говорю, вот стоит, говорю, кучерявый, правда, говорю, рыжий, но кучерявый, говорю, это мой, говорю. Я говорю, мне он так понравился. То есть, и вот, вот это вот чувство, вот оно возникло сразу. А у него? У него после первого нашего спектакля, мы, значит, Николай Григорьевич Авдеевич, вот я говорила по классике, сделал полонез. И когда я вышла в бальном танце, в макияже, прически, знаете, как это слово не очень хорошее, он обалдел. Он вас любил. Он сказал, что глазами, он другими глазами. То есть, говорит, я, говорит, тебя всегда, говорит, писала с бантиками в косичках. Ну, а тут, говорит, да. А тут, говорит, такая, говорит, леди. Вот, то есть, и вот, вот после этого у нас, в общем-то, завязались отношения. Я до сих пор вот ощущаю, что, ну, он, что он со мной. Вы его ощущаете родным человеком. Да, да, что настолько вот, что он всегда помогает, то есть вот даже вот будучи, говорю, мы в разводе, что я в работе, я всегда ощущала, вот говорю, как бы извне его вот помощь, то есть вот в любом случае, то есть это всегда присутствовало. Ну, сейчас вот, когда он ушел, вы все равно чувствуете его... Я чувствую его присутствие, понимаете? Да. Вот даже сегодня, так сказать, я что-то делала на кухне, и я говорю: Саша, то есть у меня просто вот даже с вами, наверное, думаю, вот как-то так же. И что-то, а я что-то думала, как раз вот я думала, я готовилась вот к этому мероприятию. То есть я вот сразу хочу сказать, что я хочу поблагодарить людей, которые вот пошли навстречу. Это, значит, прежде всего, говорю, это вот семья Сашина, это его сестра, которая вот представила материалы, там, скажем, мало у нас их там, да, но вот она материал, это Людмила Хижняк, племянница со своим мужем, вот Галя Львовская и Вячеслав, Света Хижняк. Вот. Наташа, для меня Наташа это вот баштовая, это моя студентка, сейчас она директор, да, научно-методического центра. Вот Анатолий Васильевич, который сразу откликнулся. Я только сказала на спилке, и он сразу же сказал, что мы все это сделаем. Я даже не ожидала, что это так будет быстро. Я вам честно говорю, я опешила. Когда он говорит: Слава Васильевна, все, 17-я съемка. У меня, понимаете, я говорю: Толя, как? То есть, а я понимала, что у меня, в принципе, ничего нет. И вот поэтому я говорю, благодарна людям, которые нашим спилкарям, вот членам спилки, которые тоже откликнулись и поддержали эту идею. То есть, вот, это говорит о том, что люди объединены не только одной идеей, а люди объединены любовью друг к другу. Любовью, да. И что они действительно его любили, потому что они вся, знаете как, хореографическая, весь хореографический бомонд его знает, и любили, когда он, значит, анализировал их работы, ждали от него какой-то, значит, совет, значит, по постановке там, то есть вот, а это говорит о том, что люди доверяли ему. Светлана Васильевна, а скажите, пожалуйста, проходит время, ваши, во времена вашей молодости были одни танцы, потом другие, потом третьи. Но что остается в танце неизменное во все времена, как вы полагаете? Понимаете, остается, как мы говорим, закон драматургии. От него никуда не уйдешь. И вот сейчас зачастую просто идет набор движений. Просто набор движений. А вот Александр, он как-то всех вот как-то и студентов, потом даже вот в театре, он говорит, что режиссура, то есть закон режиссуры, он единый для всех. Это те несчастных, как он говорит, но самых мощных – это 5 звеньев. Это экспозиция, это завязка, это развитие действия, это кульминация и развязка. И без этого не будет номера, если не будет этих 5 звеньев. То есть вот тут я считаю, что это все остается. Понимаете, все, что-то приходит и что-то уйдет. Но то, что в танце вот душа народа остается, она будет, она не уйдет. Як і пам'ять про тих, хто залишив свій яскравий і добрий слід в цьому житті. Сьогодні, друзі, ми з вами згадували про великого майстра танцю Олександра Леоненка разом з його близькою людиною Світланою Леоненка, майстром хореографії. Щодень завтрашній нам готує. Почуємо зараз. Я, Аніта Рашевська, прощаюсь з вами. На все добре. 28 вересня Микита гусе-перельот. Гусі летять, зимушку на хвості тягнуть.
30 вересня віри, надії, любові та матері їх Софії. Православний жіночий день. Адже саме віра, надія, любов і премудрість Софія – якості, які притаманні жінкам, що несуть людям світ Христової віри. Теплий день на теплий жовтень.